Баклажан гелиос. Плоды баклажана ценны содержанием углеводов, минеральных солей, кальция, фосфора, железа. Их консервируют, солят, готовят разные вкусные и питательные кушания. Продолжительный вегетационный период и повышенные требования к теплу и влаге. Для получения рассады посев семян проводят за 50-60 дней к высадке растений в грунт. Растения не переносят наименьшей тени. Хорошо реагируют на внесение органических и минеральных удобрений.